Это ежевика нейчес. Уже в конце лета появляются длинные ветви. И вот так мы получаем новые саженцы. Верхушку берем, ее укореняем в землю. Сейчас я покажу, что у нас здесь получилось. Вот, и как только будет влажная почва, вот получаются такие корни. Вот, и через несколько недель он может дать уже новый свежий росточек. Вот, может быть, он уже здесь есть. Вот такая на верхушках получается корневая система. Такие саженцы получаются намного крепче и мощнее, чем полученные от корневых отпрысков. Корневые отпрыски очень долго приживаются, могут дать отклонение от своего сорта. А такой способ получения саженцев, он очень хороший. Можно выбрать даже конкретный куст, который вам нравится, с качеством ягоды. Все, чтобы то, что вам нравится. И от этого куста вы получаете саженцы. От конкретного куста с конкретной ягодой, которая вам понравилась.